Всем привет! С вами сервисный центр GSM Moscow. Сегодня я вам покажу, как произвести замену модуля на Samsung Galaxy A7. Для начала нам нужно снять заднюю крышку. Далее мы откручиваем все винты. Далее мы вынимаем лоток и снимаем модуль из рамки. Отстегиваем шлейф АКБ, отстегиваем шлейф модуля. Снимаем модуль. После того мы все зачищаем, ставим новый модуль. После чего мы все зачищаем, ставим новый модуль и собираем все в обратном порядке.
Итак, сегодня я вам показал, как произвести замену модуля на Samsung Galaxy A7. Всем пока!